Всем шалом, пацаны, девчонки, с вами Мисфу. Сегодня я буду играть с своим другом Зефира. Зефиром в это Критич. Йоу, всем ребята, с вами я, Зефир Маршмеллоу. И сегодня мы продолжаем играть в Рдурс. Поехали, давай создавай. Три рандомные модификации. Будет если краш. Он свет не будет. Не, зачем спойлерить? Пусть они сами поймут. Пусть они сами увидят. Ау. Да, выпустите меня. Я не хочу в детдом. Психушка на втором этаже. Тихо. Чё купил? Чё купил? Я купил отмычку. Отмычку? Да, отмычку. Если сундук, мы найдём сундук. Если ты найдёшь сундук, ты должен сказать мне, что было чуть-чуть. Ты чё, быканул, что ли? Четыре модификации поставил. Я тебе сказал четыре. Сказал... Когда я объяснял модификацию, я сказал, что четыре. Подписчики, вы же слышали, что он сказал три? Я сказал четыре. Я вру сейчас, кого напишите в комментах. Если он готов, его банят в дождь, и теперь... С каких пор я должен прыгать? Что у тебя с этим модификатором? Опять скрипит. Нам будет сложнее проходить. Что за модификация такая сложная стала? Что-то мне сразу ответить не можем. Поэтому надо... Иди сюда! Подожди. О, у меня сундук. И там пусто! Там отмычки уже? О! А, я тоже не понял. Ты что, достанешь на мою? Да почему? Где моя? Ты тоже будешь смыть иду. У меня тоже. И план. Представляешь? Тут крест. У меня крест. Покажи. Покажи. Подписчики, вы видите, что сверят явление. Покажи крест. Очень редкое явление. Убери бусы. А то он сейчас за нас кричит. Блин, мне вообще неудобно бегать. Нам вообще неудобно бегать, потому что мы скользим. А, мы скользим? А я тут думаю... Да, ты видел, что мы не сразу останавливаемся. Когда там будет комната, а с юбом надо не прям к ней впереди ходить, потому что ты в нее врежешься. А я тут думаю, блин, тут что-то... А
А я-то думаю, что мне неудобно ходить. А, вот ты ключ пропустил. Алис прибыл. Я тоже пропустил, дал. Один старик. Да почему здесь кричит? Где? Где? Это ты поставил модификацию на скрича? Нет, он сам. Каким образом? Он сам. Это рандомная модификация активирует. Одничка! Это я нашла. У меня свечка! Да, металлика и отмычка. Я случайно скрича сам спалил, не понимая этого. Шкаф! Ой, блин, что-то с... Мне неудобно ходить, я думаю, что мне неудобно? Это... Чего? Капкан фейковая, фейковая, фейковая. А, он открыл. Хорошо, что-то была не закрытая дверь. Китайский блин. Еще. О, пластырь он открыл. Да, блин. Я, короче, тоже рандомно скрича запалил. Я тебе покажу, как он его скрыть потом. Я думаю, что это там еще одно? Наверное, там всякая, наверное, витаминка лежит. Подожди. Там лежит, а то мы от джипа сдохнем. Да блин, я не могу зайти. Подожди, сюда, что было? Блин, Короче, я не знаю, что сейчас у нас чекать. Тут, короче, лимит на два предмета, оказывается. Тут сложно. Эй, думаю, чего я не могу взять еще одну? Жалко, два креста взять нельзя. Ты типа в один слот? Да. Придется их охранять, хранить себе. Тихо! Это же у тебя, не у меня. Это Раш, ты сказал скрич. Я, короче, за шкафом был. Мы уже 8 минут проходим. Как мы не сдохли? О, опять отмычка. Что, подожди, у меня есть одна идейка. Да-да-да, ты я ее сейчас отхожу и отмычку заберу. Я забираю. Забирай. Ты вперед ушел? Или не пишешь? Я сейчас. Так, 25-я. Нет, стой, стой, стой. 25-я была, я сказал. 26-я, значит. Что там? Сундук опять пустой. Пустой. Прям как на контрольной. Да. Мозгах пусто. Блин, еще... Да, 26 дверь я нашел. О, тут ключ на полу валяется. Кто ключ уронил? Объявление ключ были на улице Биба Бобуса. Кстати, я... подожди, ты хочешь? Я сегодня читал на тебе легенду Древней Греции, и там был, знаешь, какой царь был? Какой? Царь Бибрика. О, смотри, смотри на этот рисунок. Ты услышал царь Бибриков? Царь Зебриков? Да. Или Бибриков? Зачем на комнату наедет? Тихо, тихо.
Что это за рисунки ёжика недоделанного? Сейчас, я... Да, опять отмычка, теперь иди ты открывай. Это главная отмычка у меня. Куда? Два крыша подряд! У меня три было с крыши вроде на одной комнате. Четыре! Ой, слушай, у меня столько скричев было, я... Тут ты чё? Где? Где? Оболтый. Блядь, где ты чё? Да блин, неудобно, я сейчас на шоке могу за руль. Хоть блин. Мой персонаж только что сам запрыгнул в шкаф. Я к шкафу не... Мой персонаж подбежал к шкафу и сам... Шкаф подписи. Уважаемые подписи. Мы, скорее всего, уже не будем дальше играть, потому что тут мы играем слишком долго. Следующая часть будет без скольжения, потому что скольжение у нас начинает. Отмычку убежали. Ладно. Так вот, у нас видео уже идет почти 12 минут, сейчас мы попрощаемся, но перед этим мы постараемся пройти к этому. Сик. Да, сик. Может, до сика дойдем, а? Прикол, хочешь? Нет. Я открыл сундук отмычкой, а там ничего не было. Камер, придумали, лучше отмычки покупал. Они придумали, ой, надо как-нибудь разыграть их. Вот так разыграем их. Ладно, уважаемые подписчики, мы на этом заканчиваем видос, потому что нам уже неудобно играть. Так как у нас скользнение, плюс еще стека, это будет очень много. Да, камера тут кончится. Какая-то по счету дверь, 35-я мне по. У нас, короче, рекорд 33 двери. В следующей серии мы постараемся пройти до фигуры, то есть 50 комнат. И всем спасибо за просмотр, всем адиос. Адиос, всем пока.